Ехали кому-то на поклон. И пока у волка
путешествовали, ведомые чудесной звездой, приближался час Христового Рождества. Часть была видна отлично отсюда.
сквозь гнезда грачей, деревьев верхи. Так шли вдоль за прудом, ослы и верблюды, могли хорошо разглядеть пастухи. Где был рожден от царя иудейский? Ибо мы видели его звезду на востоке и пришли клониться ему. Незаконный царь иудейский Ирод узнал весть о рождении младенца. Он побоялся, что лишится своего царского престола, и поэтому начал звать всех первосвященников и спрашивать, где должен родиться Христос. Святые пророки предсказали, что Христос должен родиться в иудейском граде Вифлееме. Тогда Ирод задумал убить младенца. Неистовствует царь в неправильных шатрах, пирует войско, грозящее всемирно, и поняли во мгле, родился тот, кто мирно народом уведет, отринувший страх. Только волки вышли из Иерусалима, как опять перед ними засияла чудная звезда. Она шла впереди, указывая путь, пока не привела их к Вифлеемской пещере. Галки взлетают все выше, чтобы на кроме куснуть. Давно волки уже вышли в свой осторожный путь. Лучшие года время, холод они пошли. Царских подарков бремя над головой несли. Мглою по снежной пыли, прочь от Ирода, прочь. Цели идти решили без остановки всю ночь. Есть ли Господь на свете, или человек один? Они пришли на рассвете в теплую углу долины. И над его колыбелью поняли путники, здесь. Ангел голос свирели им подтвердил, Бог есть. Я Михео, подарил младенцу золото, как царю царей. Я Гаспар, подарил благовонный уклад, как Богу. Я Вальтазар, подарил смир, как человеку смерть. Звездочеты, не возвращайте слово Ироду, он хочет погубить младенца. Надо каждому из нас идти свою страну, рассказать людям, что родился Господь, Спаситель мира. Так родился на земле наш Господь и Спаситель Иисус Христос, чтобы спасти нас от греха, проклятия и смерти. Мы воздадим славу Богу нашему, во Святой Троице, Фамилии, Отцу и Сыну, и Святому Духу, так о нас благоволившему, а при благословении Деве Марии, да поется песнь военная из рода в рода, до скончания веков. Аминь. Понравилось? Да.
сейчас всех, после того, как подарки получим, всех детей зовем, в том числе и гостей, зовем на сладкий чай. Ну а теперь надо подарки подарить.